Накануне Дня народного единства в Доме культуры на площади Пушкина прошел большой праздничный концерт, посвященный столь значимому для нашей страны празднику. Слово лидеру Клятка. День народного единства занимает особое место среди государственных праздников современной России. Он связан с событиями 1612 года, подвигом наших предков, которые сплотились во имя свободы и независимости Родины. Под предводительством купца Кузьмы Минина и воеводы Дмитрия Пожарского народные ополченцы освободили Москву от польских интервентов, положив конец великой смуте, междоусобицам и гражданским конфликтам. Это событие стало началом восстановления независимой российской государственности. Русская православная церковь 4 ноября чтит Казанскую икону Божьей Матери, которая по преданию помогла ополченцам. В этот день со сцены прозвучали поздравления главы городского округа Олега Опарина, председателя городского совета ветеранов Анатолия Ветлова, протоиерея Андрея Коробкова, отца Леонтия Пименова, имама Хатыба Дамира Булатова. В концертную программу, посвященную двойному празднику, вошли творческие номера солистов, вокальных и хореографических коллективов города.